Усиленные экипажи и предупреждения вместо штрафов. Тысячи правоохранителей во время пасхальных праздников следят за порядком. Кроме полицейских из территориальных управлений, к патрулированию подключились другие правоохранители. Додаткові сили з головного управління, також Національна гвардія та представники муніципальної варти, які були задіяні на проведення заходів. Экипаж в составе двух полицейских и двух нацгвардейцев выезжает на патрулирование Голосеевского района столицы. По пути – Свято-Вознесенская церковь. Правоохранители интересуются, все ли в порядке. Как у вас? Все добре. Закінчилось, бачите, людей немає. Вже допомоги нашої поки не потребуємо. Все добре, все спокійно. Утренняя служба здесь уже закончилась, но люди все еще подходят светить пасхальные корзинки. По одному и в масках. Христос воскресе из мертвых. Христос воскресе. Следующая точка маршрута – Свято-Покровский Голосеевский монастырь. Здесь тоже спокойно. Инспектор полиции рассказывает, даже ночью удалось избежать конфликтов и выписанных протоколов. А вместо штрафов ограничились профилактической беседой. За эти последние дни никаких правопорушений выявлено не было. Прихожане, которые приходили святкувати пасхальные дни, они совсем адекватно и виважено реагировали на зауваження, если такие были. Также к церквям прикрепили отдельные наряды полиции. Они не только следили за соблюдением карантина, но и за общественным порядком.